Обычно лузером считают человека глупого и наивного. Но часто лузерами обидно называют приличных и честных людей. И иногда приходит момент, когда лузера доводят до ручки. И он говорит «хватит» и начинает мстить. Мы должны пойти на отчаянный шаг и забрать то, что у нас бессовестно отняли. Пришла пора ограбить того, кто ограбил нас. Этот сейф уникальный, и его взломать нельзя. Электричество можно вырубить, устроив жуткий взрыв? Именно. Сработала сигнализация, он едет! Линяем, шухер! Терять нам больше нечего? Нечего. Тогда пути назад больше нет. Бегите оттуда, сейчас рванем! Героические лузеры. Боже. Он его пристрелит.